Привет, друзья! Все подписчики, кто еще не успел этого сделать, пожалуйста, сделайте. Поддержите канал. Сделаю сегодня видео в воскресенье, потому что завтра будет уже поздно, это сцепление будет стоять на месте. Что такого необычного здесь? Ну, кто-то уже сразу заметил, что Феридо, да, или так называемый фрикцион, здесь уже заменен. Так. Значит, зачем клепать диск сцепления, если можно его купить? Но бывает ситуация, когда там 8, 9 марта ни один магазин не работает и очень срочно надо. Или же, например, грядут выходные, или все это делается только под заказ, а очень срочно нужно. Вот, в таких случаях мы клепаем сцепление. В принципе, способ довольно прост. Сначала нужно отклепать старый диск. Мы его уже, конечно, выкинули. Тогда отметить, где должны быть просверлены дырочки. Здесь специально сверлится дырочка с потаем, чтобы заклепку можно было нормально вставить. Видим сквозные дырки. Получается вот таким образом. Алюминиевые заклепочки, они прекрасно будут стираться вместе со всем этим феридом. Вот. И наклепывается. Самое главное, чтобы в хорошем состоянии были вот эти пружины, так называемый демпфер, да, чтобы они не болтались, не стучали, потому что тогда, ну, будет неприятно ездить на таком автомобиле. Потом они могут вылететь, вообще вылететь, и, ну, будут проблемы с выжимом сцепления. В каких ситуациях это делается? Когда все хорошо с диском, все хорошо с корзиной, но есть серьезные потертости самого фрикциона. Тогда берем, уйдем в магазин, и в помощь нам дешманские запчасти с 21-й Волги абсолютно подходят. Волга намного тяжелее Хонды, поэтому нет сомнения в том, что оно выдержит это сцепление. Клепаем, ставим и имеем чистое спокойствие в том, что наше сцепление будет в порядке. Так что, в принципе, этот способ имеет жизнь. Все очень просто. Там, где покупаете само Феридо, там же можно и купить заклепочки, и молоточком алюминиевым расклепываете. Вот, в принципе, и все. Я считаю, что это намного лучше, чем купить какой-то очень дешевый диск. Я не знаю. У нас здесь есть по 500, по 600 гривен. Вот, нормальный диск стоит от 1000 и 1500 может стоить. Вот. Если ваш оригинальный диск в хорошем состоянии, просто потерли, буксовали, например, кого-то вытягивали и не уничтожили корзину, можно наклепать. Так что, в принципе, делайте это. Стоимость этого комплекта 100 гривен. Ну, или приблизительно, сейчас скажу вам, где-то около 200-220 рублей. Вот. И, ну, там, часа полтора времени, чтобы его поставить и обточить. Он получается чуть больше, поэтому вот это на наждаке аккуратно обтачиваете край в наружный диаметр. И все, собираете все в обратном порядке. И имеете чистое спокойствие. Такая была коротенькая запись. На следующей неделе будет еще несколько записей в отношении некоторых изменений свапа на механику. Кое-что мы доделываем, улучшаем, выходим из разных ситуаций. Вот, так что смотрите следующее видео. И не забудьте, скоро будет видео про Lexus. Достойна ли эта замена на Honda CR-V. Все, спасибо, что были на канале. До встречи в новых видео.